Это... Вернон Роше. Последние 4 года командовал особым подразделением. Служит королю Тимерии. Лично отвечал за усмирение предгорья Махакама. Охотник на эльфов. Убийца женщин и детей. Дважды награжден за проявленную отвагу. Йорвит, самый обычный выродок. Я так ждал нашей встречи. Строил планы, готовил ловушки. А тут, пожалуйста, ты сам явился в мой лес. Ты помог убить моего короля. Король или бродяга, разницы нет. Одним тхойны меньше. А где твои доблестные бойцы? Сгинули в очередной облаве? Они сейчас ровно там, где и должны быть. Уверяю тебя, ни одна человеческая облава не удержит Скаэтаэлей. С каких это пор белки пользуются услугами наемных убийц? Дхойны на службе Скаэтаэлей низко вы опустились. Наемный убийца. Можно его и так назвать. Но он не дхойны. Дело не в расе. Но война идет именно из-за нее. У нас острые уши, у вас округлые. Мы живем долго, но нас немного. Вы плодитесь, как кролики, да на счастье быстро дохнете. Каждый пытается доказать, что его уши лучше. И ради этого люди и эльфы режут друг друга 400 лет. Из-за формы ушей. Очередной эльфский старец с телом юноши пытается спрятать правду за изысканными словами. Правду? Дело не в расе, да и не в свободе. Даже месть тут ни при чем. Вы здесь только потому, что кто-то очень влиятельный так захотел. Тот, кто вас использует. И неважно, корона у него, волшебная палочка, или он заправляет богатой гильдией. Одно знаю точно. Ни ваша свобода, ни ваши уши его не волнуют. У вас уже была похожая история с Нильфгаардом. И сейчас она повторяется. Или, может быть, я ошибаюсь? Ошибаешься. Никто больше не будет использовать Скаэтаэлей. Кого ты хочешь убедить? Меня, самого себя или твоих лучников, которые прячутся в кустах? Хватит трындеть! Сдорли! Стар Спайр Бетлан Форд! Да уж, это поможет. Трис, ты в порядке? Прекрасно. Займись лучниками, они уже близко.